150-200 лет. И каждый проект называет проект сечения. Это такой специализированный город, с особенными жителями. И, например, вот этот дом, он же является правом. В каждом доме есть святилище. В каждом доме есть загон для коров. Все комплексно. Там и спальни, там и кто-то идет, там и святилище, там и место для коров. Давайте пройдемся по святилище. Сережа, корова. Ну-ка, что? Тихо, пацаны, тихо, это исторические места. Тихо. Но заглядывайте внутрь, да, можно посмотреть их. Вот здесь, например, есть изображение Шивы в образе Тримурти. То есть Шива тут с тремя головами. Брахма, Вишну и Шива все вместе. Рядышком корова, Тришула, раковина, из которой появился звук Ома. Здесь очень много таких изображений, различных граффити, потому что приезжает молодежь. Во время праздников у них тут происходят разные ветки. Смотрите, наверху мы видим листья дерева манго. Это дерево является священным и обычно по улице развешивают, чтобы очистить его от различных сил. Я и в домах видела, вверху висят. Да, в домах тоже. Пойдемте. А вот они по всей улице висят. Фотографируй, Сереж, вот эти вот, это вот листья манго. Они висят, чтобы очищать. Это здесь люди, какие вот, ну, живут. Все потом стирается, да, люди ходят, вот из поколения в поколение, они почти каждый день вот так вот перед порогом рисуют. Это насыпной рисунок, то есть это не мелом сделано, берется специальный порошок, цветной иногда, очень красивый, и все это насыпается. Будьте аккуратны. Булочки просто и ходят, и ездят все на свете. Нельзя заходить? Нельзя заходить, да. Потому что мы не имеем особо знаний, да. Вот. Ну. А что это такое? Это мой храм на нижнем этаже, наверху дом жилой. Внизу храм, а вверху дом жилой. Пойдем, иди, деток, мы типа отстанем. Давай прибавим ход, то мы немножко отстаем. Чуть-чуть побыстрее. Тирка, священный пруд,
котором, по легенде, Шива появился на Земле. То есть, если представить нашу Землю как корову, вот это ее ухо, по сути. И вот там находится место в глубине озера, в котором якобы Шива появился. И во время праздников паломники плавают туда. Но учитывая, что индусы не умеют плавать в порыве религиозного фанатичного рвения, многие из них утонут, даже несколько людей погибало. Поэтому тут написано, что нельзя отводиться крокодилы, чтобы отпугнуть индусов, потому что плавать они не умеют. В этом пруду совершаются омовения, человек, пожалуйста, моется, он священный. Его чистят после сезона дождей, сейчас он такой тиной покрытый немножко. А бравины с утра, когда совершают пуджу, приносят на банановых листьях шарики риса, отправляют это все по воде. И иногда тут можно встретить целые процессии купания. Приезжают группы какие-то и омываются. Но это небезопасно, потому что сюда также сбрасывают всякие... Что-то вы видите, да, какое озеро? Пойдем дальше. Вот там, видишь, посередине реки стоит эта штучка. Вот там вот якобы появился этот Шива. То, что мы часто видим под ногами, в древности считается священным продуктом. Ну, раньше в древности, не только в Индии, кстати, в Казахстане, например, делали мазанки, конопатили углы, косяки дверные навозом, потому что это мощный антисептик. Избавляют от паразитов, от тараканов, от мышей. И в современной Индии, да, вот есть, допустим, здесь в храме Махабалишвар, когда мы зайдем, там есть аптека, где на основе вот этого всего делаются медикаментозные средства. Заметьте, здесь нет номерных знаков на домах. Где подписаны фамилии? А кто живет, фамилия, да? Да. То есть почтальон, который письма разносит, он тут всех знает. Нормально. Еще туда дальше надо идти. Александр. Вот здесь, в центре Гарха-Гриха, главный священный алтарь, и внутри вот Шивалинга. То есть вот так он классически выглядит. Там мы не могли сегодня рассмотреть. Здесь, видите, его украшают цветами, его поливают водой, и вся вода, которая есть, она потом уходит. Ее используют различные визуалы. Здесь висят четки из Рудракши. Видите, мозг человека напоминает немножко по форме. Вот, и они могут накапливать немножечко электричества. Когда медитируют, то есть они прям понятны. А когда в храм заходят верующие, они не могут заходить внутрь, поэтому они обходят Гарха-Гриху по кругу. Мы сейчас по часовой стрелке это сделаем. И в том месте, с противоположной части, где Шивалингом ближе, все обычно прикасаются. И вы здесь обратите внимание, как много тут табличек со змеями. То это те дети, которые родились, по сути, после того, как здесь... Можно зайти, да? Да, мы идем. О, так да, их так много. И вот здесь обычно... Это они ее заранее заказывают или как? Ну да, да. Ну заранее, не заранее, то есть дети появились. Угу. Мастер гаменщик. Угу. Ом Рим Намаш. What is your name? What is your name? Name. Марина. Марина Надеся, cancer, fever. But dreams are not occupation, large money, good health also, God bless you for something. The country dollar. В этом доме проживает
Ой, как красиво тут, а! Ну, улочки настолько узкие, слушай. Вот здесь машина не проедет. Здесь только вот туки и мопеды, все. А как здесь машина ездит, получается, никак? Ну, пусть ей будет повязана ниточка. Очень много статуэток богов из бронзы, из меди сделаны. Смотрите, может даже немножко торговаться. Вот в этом здании, вы сейчас увидите, там стоит платформа, основа колесницы, которую собирают. Вот сейчас это собрали, но она малютка по сравнению с тем, которую соберут вот из стоя. Сейчас давайте посмотрим. Внутри помещается статуя Кугашиды. Вот за эти канаты здоровенные, дубы, которые царапают кожу, они тянут эту колесницу за улицу. Она в три раза больше. И над ней тоже настроят огромную башню. Она будет выше этой раза в два, наверное. И тоже будет больше. Внутри имеется также поворотный механизм, то есть эта колесница может по улице немножко маневрировать. Вот. Тысячи человек впрягаются в канаты и тянут ее раньше. Ну что, мне кажется, она по некоторым улицам просто не проедет. Мне кажется, она по некоторым улицам здесь просто не проедет. Вот по этой улице, видите, туда она уже не заезжает. Более этой улицы, туда и обратно. Понятно. Вот смотрите, сейчас у нас начинается свободное время. Давайте чуть-чуть пройдемся по этой улице, я вам покажу место, откуда мы уйдем. Храмовые служители, местные ребята приходят к нам. А еще сверху построили. Джаганатка – это одно из имен Кришны. Его изображают так несколько карикатурно. Это вот здесь там что-то еще нарисовано коричневое, да? Солнце. Солнце какое-то. Угу. Все понятно. Гитхаус. Вот там мы встречаемся. Это гитхаус? Здесь специи продаются. Местные. Тут очень много орехов всяких. Вы можете подойти, понюхать, пожевать, если что. Да, вот сейчас. Здесь, да? Надо порыву достать, плечи закрыть, очень сильно уже жгет.
Тут у вас чай масала? А, там чай масала. Пойдем, Сережа, зайдем внутрь. Да, да. Вот чай масала. Там просто тоже цветом так похож. Нет, здесь россыпи есть, сколько надо. Есть россыпи, сколько хочешь. А, так, а его сколько надо? Знаете, как его ложить? Да там совсем чуть-чуть. На вообще, чашку? Да, тебе чашку. 2 пакетика, знаешь, на сколько хватит? На полгода пить. А сколько он стоит у нас? А вот есть гарам масала. А, это гарам чем, масала. Чем отличается? Гарам масала. Это чай масала. А, это приправа. Это гарам масала. А, это просто чай. Почем вот такой пакетик? Прайс. Прайс? А, 80 рублей. Нормально? Чай масала. Да. Корешко, бульон. Нет, мы купим. And куркума. 50 рублей. Куркума. Мы покупали там 100 рублей за 100 грамм, а здесь выходит что? Как бы это дороговато выходит? Дороговато. Дороговато. Чай масала. Дороговато. Это хорошо дует сзади. Пока 10 рублей. Большой пакет. Большой пакет? Почем? 100 грамм. 160, 100 грамм. А, 160 грамм. Там 50 грамм, 80 рублей. Все понятно. Корица. Корица, да. Сереж, понюхай. Понюхай, понюхай. Mm-hmm.